вам, пане міністре, за те, що ви з нами. Перше і друге, хочу сказати нашій аудиторії, що у вас є ще й урядові справи, якими вам треба займатися. Так що ми надзвичайно вам вдячні за те, що ви знайшли час, все ж таки відклали якісь важливі справи, щоб прийти до нас. Дуже дякую. Рад вас всіх здесь видеть по обсуждению этого важного вопроса, вопроса безопасности. И здесь важно сказать, что вопросы безопасности в стране зависят от двух факторов. Фактор внутренний, фактор внешний. Фактор внешний – это фактор агрессии, фактор провокации. Агрессии военной на границе и агрессии внутри страны с применением всех гибридных механизмов. И фактор внутренний. Фактор внутренний – это прежде всего фактор доверия. Я поясню, о чем я хочу сказать. В первые дни после Майдана, когда наша команда пришла в кабинет министров, Яценюк застал пустой кабинет министров, пустую казну. Я застал пустое Министерство внутренних дел. Ни один милиционер не в состоянии был выходить на улицы, боялись. И ни один сотрудник внутренних войск не был в состоянии держать порядок на улицах. Все военные и силовые подразделения были деморализованы. Деморализованы теми событиями, которых их привел прежний режим на Майдан. Поэтому перед нами стал вопрос, как организовать порядок внутри страны. Когда мы говорим о милиции, которая сейчас полиция, мы говорим прежде всего о доверии. 1-2% доверия милиции со стороны населения – это то, с чего мы начинали. Нас отвлекала война, нас отвлекало безденежье, но мы приняли решение, что ничто не меняется, если не делаешь реформы. Несмотря на это, мы провозгласили реформы. Первое правительство Яценюка приняло стратегию реформирования органов внутренних дел, и она касалась милиции, Национальной гвардии, к тому времени уже созданной, пограничных войск, управления чрезвычайных ситуаций, миграционной службы. И мы начали с полиции. И мы начали говорить о доверии. Для чего начали реализовывать проект новой патрульной полиции. 4 августа прошлого года мы вывели первых полицейских в Киеве, 2000 человек на улице. Спустя 3 месяца опрос общественного мнения в Киеве показал уровень доверия к новым полицейским 80%. Я очень хорошо понимаю, что это аванс и медовый месяц закончится. Но это был уровень пожеланий, который был очень хорошо реализован. И эти новые ребята, новая программа, по которой мы их готовили, вместе с представителями международного сектора Соединенных Штатов, Еврокомиссии, Канады, Японии, нам очень помогли. Это был первый шаг, когда мы говорили, что нашу новую безопасность мы будем строить на основе доверия. То есть ключевой девиз нашей реформы – вместо карать и крышевать, служить и защищать. То есть мы говорим о том, что новая полиция не должна быть репрессивным органом. Это должно быть сервисным органом, где главная сила – доверие людей. Через доверие мы строим все остальное. На сегодняшний день опросы общественного мнения, которые мы имеем по всей стране, спустя чуть больше года реформ, показывают следующее. 44% населения верят в новую полицию, доверяют ей в полной мере. Несмотря на то, что мы на самом деле сделали новую полицию, всего лишь это касается 9% от общего состава нынешних полицейских сил. То есть люди дают доверие принципу, по которому мы идем. Но это длинный путь. Он не проходит ни один месяц, ни один год. Все страны, которые проводили полицейские реформы, европейские страны, постсоветские страны. Во всех этих странах такая реформа длилась много-много лет. И только сказки потом рассказывают, что это было вот так. Это не было вот так. И мы идем по этому пути. Этот путь осложняется тем, что у нас нестандартные ситуации оккупаций,
У нас нестандартная ситуация военной линии фронта, 450 километров. У нас огромное количество перемещенных лиц. Если взять, например, Киев, то население Киева выросло за последние полтора года на 1 000 000 человек. Со всеми вытекающими последствиями. Сюда приехала и преступность вся, и люди, и проблемы их, и неудовлетворенность. И это все выражается в определенных осложнениях. Но мы шаг за шагом здесь идем, реализовывая программу патрульной полиции, реализовывая программу сил специального назначения национальной полиции вместе с американским посольством и европейской миссией. Мы здесь делаем проект корпуса оперативно-раптовой ДИИ, КОРТ, который заменяет все спецподразделения, все соколы, беркуты, грифоны и прочих, и прочие организации на единую службу, которая будет квалифицирована и отвечать всем современным новым стандартам. На днях мы запустили первых выпускников в службе защиты и охраны свидетелей, что тоже есть элемент новой юстиции и нового правоохранительной силы. Эту программу мы делали вместе с, опять же, с американскими коллегами и службой US Marshals. Мы сталкиваемся с очень интересным эффектом. С одной стороны, люди доверяют новой полиции, с другой стороны, не останавливаясь, критикуют. Таков человек. Он видит что-то хорошее, но продолжает наблюдать, что есть и негатив. Вот сквозь этот негатив нам нужно постоянными фактами продираться. И мы сейчас проводим переаттестацию личного состава. Она очень болезненна. Значительное количество людей старой системы, не отвечающих требованиям общества, увольняются. Значительное количество их не соответствует, не проходит квалификационные требования. Мы имеем функциональные проблемы из-за этого. Мы имеем судебные иски против наших резких действий. Кое-где мы имеем дисфункцию определенных целых подразделений. Это та цена, которую мы платим. Какое-то время мы даже теряем функциональность этих подразделений, части подразделений полиции. Но такова цена. Мы должны пройти период какого-то, ну, если не хаоса, то дезорганизации, для того, чтобы получить новое качество. И этим мы постоянно занимаемся. В этом аспекте у нас занимается целая специальная группа реформ, которая в министерстве разбита по целым направлениям. Одна занимается полицейскими силами, другая занимается силами Национальной гвардии. И сейчас, в этом году, мы начинаем по-серьезному, по большому счету, начинаем проект изменений в службе чрезвычайных ситуаций. Я много говорил про полицию, мы стараемся быть открытыми, об этом много написано. И в субботу, например, мы открываем еще одно подразделение. 21-й город страны, в котором начинает работать новая полиция, это Запорожье. И 500 молодых людей принесут присягу Украины. И до середины июня мы завершим этот этап программы. 27 крупнейших городов страны будут охвачены новой полицейской реформой. И далее пойдет самое трудное. Реформа криминального блока, реформа следствия и других полицейских подразделений. И отдельно скажу о том, что мы уделяем серьезное внимание реформам в зоне антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях. Мы считаем, что реализация реформы именно в этих экстремальных позициях, как в Донецкой, так и в Луганской области, должно показать то качество, которое покажет людям, находящимся на оккупированных территориях, что стоит стремиться в Украину из-за качества жизни, из-за качества полиции, из других принципов. И поэтому мы в принципиальном порядке в ближайшее время, в мае месяце, в начале июня, запустим новую патрульную полицию в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Северодонецке, Рубежном. Что-то еще забыл. В общем, по всей линии соприкосновения в этом конфликте. И это очень важный фактор. И я скажу сейчас несколько слов еще о Национальной гвардии Украины.
Национальная гвардия Украины создана на основе внутренних войск, но по сути, по идеологии и по своему наполнению, воссоздана заново. И с точки зрения личного состава, и с точки зрения материального и военного оснащения, и с точки зрения обучения. Господин Карпентер здесь говорил о том, что в прошлом году впервые мы с подачи госпожи Нуланд и господина Байдена провели здесь учения «Флориан's Guardian», которые проходили у нас в Явореве по совместной работе наших сил специальных операций и американскими спецназовцами. Я думаю, что это был очень полезный и очень позитивный опыт. Мы продолжаем эту работу и сейчас. И сейчас работаем с американскими специалистами по формированию сил так называемой бригады легкой пехоты, по формированию нового подразделения КОРД, как я уже говорил, и так дальше. И мы имеем национальную гвардию, с которой, хай Бог простит, теперь берет пример даже товарищ Путин, объявив и свою реорганизацию сил внутренних войск практически по образу и подобию тех принципов, что мы создали здесь в Украине. Вместе с тем, еще один элемент очень важный мощи Национальной гвардии и специальных подразделений МВД в этой странной гибридной войне – это добровольцы. Мы называем их добровольческие батальоны. На самом деле это регулярные подразделения МВД в составе Национальной гвардии и Национальной полиции, которые приняли бой против агрессора с первых дней войны и антитеррористической операции. В тот момент, когда вооруженные силы Украины еще не были готовы ни психически, ни ментально воевать, это были первые несколько самых сложных недель, когда на авансцену вышли добровольцы. Те, кто пришли, ничего не умея, но с огромным желанием и чувством долга, которые тогда закрыли собой Украину, которая тогда готовилась к серьезному отражению агрессии. Эти добровольческие батальоны, которые так много взяли на себя, не были никогда идеальными. Это очень специальные ребята со своим чувством морали, духа и пониманием справедливости. Но не было бы их, возможно, не было бы Украины сейчас. Эти ребята прошли очень серьезный путь изменений. За 2 года, а вот завтра как раз 2 года, создание добровольческих батальонов, и завтра у нас в Киеве здесь будут чествования, добровольческие батальоны МВД и Нацгвардии стали одни из самых дисциплинированных, самых боеспособных военных подразделений. Это и батальон Кульчицкого национальной гвардии, батальон Азов, батальон Донбасс, это батальоны Свитязь, Днепр-1, Киев, Слобожанщина, Харьков-1 и так дальше, их около 30. Тех, которые показали новый образчик сопротивления. И пока идет война, пока идет такая переходная функция, эти специальные подразделения в силах МВД будут существовать. И еще одно. Среди этих подразделений есть запас тех, кто идет в цивильные другие наши силы, и тех, кто идет в состав новой полиции. Я сейчас буду заканчивать. И тот, кто идет в состав новой полиции. И когда мы открываем молодую новую полицию, и в ней 20% тех, кто прошел войну, тех, кто прошел антитеррористическую операцию, этим людям верят. Если принять во внимание, что там еще 25% девушек, этой полиции безусловно верят, и она нравится. Теперь очень важно удержать планку и развиваться в нужном направлении. Я отдельно хочу в конце сказать, сегодня день такой, одно правительство ушло, другое пришло. Я отдельно хочу сказать, что все те реформы, которые мы начали, сложнейшие, в этой деликатной сфере безопасности Министерства внутренних дел, в тот момент, когда, казалось бы, думать о реформах не надо, мы всегда сидели с премьер-министром и думали об одном. Как найти баланс между скоростью изменений, скоростью реформы, и управляемостью. Так, чтобы не потерять управление системой, и так, чтобы ее максимально быстро изменять. Мы нашли этот баланс, и мы двигаемся вперед. Сегодняшний день отставки
правительства Яценюка, я хочу сказать, что все, что мы сделали, и создание вооруженных сил Украины, и воссоздание Национальной гвардии, и реформа национальной полиции, все это не было бы возможно, когда бы у нас не работала там команда, очень ясно понимающая важность этого момента. И Арсению Яценюку за это большое спасибо. Я надеюсь, что пройдет время, и эта роль этого правительства, так популярного на Западе, так непопулярного сегодня в стране, будет оценена по-другому. Я открыт к вашим вопросам.